Всем привет, YouTube привет. Открываю страшный секрет. Вот. Значит, ребята жалуются, пишут, вот мы работаем, да, вот остатки клея, иногда приклеить, работать мини-лифтером и так далее. И на грибках остается в виде грязи остатки клея, не всегда аккуратно снимаются. Как вы очищаете? Вот так. Бензин, калоша. Вот в такую кважечку, вот защелкну. Вот так, потом чуть-чуть, но 15-20 минут поля 2-3 раза потрусил. Сейчас посмотрите, что за грибки оттуда выйдут. Чистенькие, красивые. Вот, ребята, я говорю, ну, у меня вот это, говорит, и хорошо, говорит, ошибка стерлась, и все. Начал стираться, может, оно. Ну ладно, тогда я поехал и отвезу эту. Спасибо большое. Еще что-нибудь там починим. Вот этот, нет, ну ты ехал сам. Ты же видал тоже, ты же видал, что горело. Ну бывает так. Такую бывает. Вот хуёво сюда бывает. Вот если я же поехал сначала по городским, понял, один не работал, второй третий. Они, блядь, сейчас бы воткнули и 500 рублей схватили. А нам не надо 500 рублей, мы вам можем 500 рублей дать. Дайте вам 500 рублей. Нормально. Вот, снимаем с паузы. Слил бензинчик. Тут вот такой осадочек образуется. Вот видно, да? Остатки клея. То же самое, остатки клея здесь вот. Банки, вот видно, да, вот такие остатки клея этого, ну вот и там вот. А грибочки у нас, смотрите, чистенькие и аккуратненькие. Это вот блестит в прожилках, это у нас еще у нас этого бензина не высохли, я только слил. А так грибочки как новые. Видите? Почему я так делаю? Потому что желательно грибы чем-то царапать, чистить, ковырять. Вот. Вот. Они от этого портятся. А так, ну вот еще покажу вам парочку. Вот, поработал ножка. И вот эти грибы тоже. Вот. Чисто, все красиво. Вот. Вот такой вот секрет вам рассказал, как я очищаю грибочки. Все, всем спасибо за внимание, спасибо за просмотры, за лайки. Так что вот так я чищу. Кто-то может другим чистить, но я вот купил себе литруху калоша, но у меня еще одна в запасе есть. Вот и пользуюсь. Перецкие грибочки загрязнились, я их туда положил. 20 минут, и они опять как новенькие. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока, до встречи.